Внимание! Объезд! На Минской укладывают асфальт. Сегодня дорожную смесь заливали и уплотняли на отрезке между Советской и Урицкого. Завтра затронут участок от Советской до Октябрьской. Движение транспорта приостановлено, пропускают лишь троллейбусы. В субботу вечером скорректируют и маршрут электротранспорта. После 20:00 единица и двойка будут ходить до остановки «Школа». После технику развернут с помощью тягача и пустят в обратном направлении – к Белшине и Сикорского. Добраться в центр города и на вокзал в это время не получится. Чтобы успеть в срок, бригады будут трудиться на выходных круглые сутки. Завершить работы планируют в воскресенье утром.